Камеди Виктория Михайлов, магазин дымоходов, коммент бай участия нового объекта. Я обратил внимание, что под навесом стоит печка. Вот, говорит хозяин, это херма, финская. Не знаю, честно, первый раз такую слышу. Не факт. Думаю, только 25 лет. Срок какой. И в этой печке был водяной контур, но она использовалась. Я спросил у хозяина, без водяного контура. Есть, да? Все повыгорало. Извините меня. Срок только вдумайтесь, 25 лет для печки. Херма. Финская печка. Ну и золи. Сниму верхний экран. Это стенка ровная, верхняя не повернулась. С этой стороны стенку не повернулась все время. Ворот пошел, пламени, то есть ее реально повело только в начале. Видим, да? Вот здесь повело слева и справа. Задняя стенка, она ровная, аккуратненько. Но время сделало свое дело. Все, кому было интересно, подписывайтесь на мой канал. С вами был Дмитрий Михайлов. Коммент бай. Пока.